Загибель Дар'ї Дугіної обговорювали вже не в перший день, обговорюють. І, зокрема, багато викликало в мережі обурення, і багато вже було і постів різних експертів, і різних людей, і взагалі і росіян, і українців, з приводу, коли відбувалося прощання з Дар'ї Дугіною, то начебто вона у труні виглядала, ну, досить, скажімо, красиво, як для тої людини, яка ось пережила ось цей вибух в автівці, що вона була зовсім не обгоріла, і взагалі почали говорити, що, можливо, вона навіть жива, і це все інсценування. А як ви гадаєте, чи Дар'я Дугіна, вона жива, і якщо ні, то кому це було вигідно, і хто доклав до цього рук? Ну, все-таки я думаю, що реально вона погибла, на самом деле. Что касается того, кому это выгодно, ну, мы видим, что из этого сделали. Да? Из этого сделали такое вполне себе пропагандистское шоу, не побоюсь этого слова. К сожалению, похороны, наверное, все-таки не та площадка, из которой надо делать такие вещи, но, тем не менее, именно так это все и выглядело, потому что на прощание съехались все известные российские пропагандисты, и Дмитрий Киселев, и лидер фракции России в Государственной Думе, и лидер ЛДПР, ну, понятное дело, сам Александр Дугин, скорбящий отец, хотя, собственно, скорбящим он выглядел кем угодно на этом мероприятии, простите, что я так называю, но именно так это и выглядело. Кровящим отцом. Поэтому кто это сделал пока... Ну, понятно, что ФСБ тут же нашли украинский след, и, естественно, было бы странно, если бы это было не так. Не просто украинский след, а вездесущий полк Азов. Кстати, сегодня еще какого-то сторонника полка Азов задержали в Калининградской области. Вообще, полк Азов в России — это вот что-то абсолютно легендарное, и вездесущие. Мне кажется, что то, что раньше было визиткой Яроша и правым сектором, сейчас стало полком Азов, потому что все, что только можно и нельзя к нему прицепить, вот все туда прицепляют. Ну, естественно, эта женщина, которую обвиняют, собственно, в убийстве Дарьи Дугиной, она тоже оказалась по версии ФСБ военнослужащей полка Азов, что понятно, что, наверное, другую версию в России будет трудно ожидать. Але не здається вам дивним те, що оприлюднило ФСБ, дійсно ось це відео, те, що це начебто було замовлення українських спецслужб і причетна до цього саме військовослужбовець із полка Азов, як ви вже згадали, що вони ось так швидко, буквально на наступний день вже все оприлюднили, вже все знайшли, хто це зробив, знайшли усі варіанти можливі і на пропагандистських телеканалах дуже активно це обговорюють, що там навіть і слід Америки, звичайно, є, і розвідка до цього також доклала своїх зусиль. От як ви проаналізуєте, чи це було вже заздалегідь, можливо, сплановано? Ну, то, що вбивство було підготовлено і виконано дуже професіонально, це безусловно. І, собственно, в тому числі поэтому вот Наталья Вовка представляється, ну, не слишком невероятной исполнительницей. Потому что такое подготовленное убийство в одиночку выполнить, на мой взгляд, невозможно. Я, конечно, не считаю себя большим экспертом в области криминалистики, но если мы помним, даже для убийства Скрипалей есть и два человека, а не один. На самом деле в другой стране выполнить такое убийство очень сложно. Я вообще себе не представляю, чтобы сегодня в Россию могли так совершенно спокойно въехать представители спецслужбы или не спецслужбы, но, тем не менее, диверсанты из Украины, спокойно въехать, спокойно выехать, разъезжать по стране, спрашивается, а как же организован контроль на границе? Угу. Вот это вопрос, который задается буквально всем. Да? То есть вот это ее якобы удостоверение, которое везде гуляет, военнослужащие Азова, оно в сети появилось достаточно давно. Не вчера, не сегодня, и три дня назад. Оно было там несколько месяцев назад уже в сети гуляло. Соответственно,
А как же человек, который вот с таким удостоверением был в каких-то там списках, так спокойно въезжает в Россию, когда мы знаем, что даже беженцы практически все проходят фильтрационные лагеря, где их достаточно долго допрашивают, и не все могут сразу попасть. А тут совершенно спокойно человек въезжает, потом совершает убийство, совершенно спокойно выезжает. Да? Мне кажется, это настолько странная история, и удивительно, что ФСБ так радостно об этом рапортует. Мне кажется, с учетом того, что пограничники у нас тоже принадлежат ФСБ, им бы надо было не радостно рапортовать о раскрытом деле, а посыпать голову пеплом и говорить согражданам, что они совершенно ничего не умеют делать, если это действительно соответствует действительности. В чем я, конечно, очень сильно сомневаюсь. Але, зокрема, хто вбив Німцова в 2015 році, то досі не знайшли, а от хто вбив Дугіну, то буквально зразу на наступний день. Пані Олю, а ви також згадали прощання, що дійсно на нього прийшли і пропагандисти, і політичні діячі. А на вашу думку, для чого влаштовували ось це шоу? Ну, обратите внимание, да, есть такой телеграм-канал «ГУЛАГу нет», и не только телеграм-канал, собственно, есть такая организация «ГУЛАГу нет» и Владимир Осечкин, и он периодически публикует письма, которые приходят от его источников ФСБ же, который называется «Wind of Change». И некоторое время назад вот этот источник как раз говорил о том, что, ну, правда, он говорил, что такое покушение на членов семьи каких-то руководителей коллаборационистской администрации либо в Херсоне, либо в других городах, может быть, подготовлено. И он как раз предупреждал о том, что это может быть достаточно такое циничное преступление. Ну, понятное дело, что оно будет приписано либо украинским партизанам, либо украинским спецслужбам, а выполнено как раз, естественно, собственно, спецслужбами российскими, раз это пишет источник от ФСБ. Поэтому, собственно, видите, там члены семьи и тут члены семьи. Потому что много говорят о том, что якобы это было на самом деле покушение не столько на Дарью Дугину, сколько на Александра Дугина. Но, опять-таки, что называется, противоречие. Если такое хорошо подготовленное убийство, так что же, исполнители не видели, что в этой машине едет Дарья, и Александр там не едет? Ну, то есть трудно перепутать такого колоритного человека, как Александр Дугин. Ну, то есть как раз Дарью, может быть, с кем-то можно перепутать, но вот самого Александра, мне кажется, перепутать достаточно сложно. Поэтому еще одна нестыковочка. А вот как раз убийство достаточно молодой женщины, которая, понятное дело, говорила всякие слова, которые мне совершенно не нравятся, но при этом сама оружие в руках не держала, вполне могло произвести некое эмоциональное впечатление на аудиторию в России. И если говорить о том, кому это выгодно, ну вот, собственно, пропагандистам это и выгодно. А от, зокрема, якщо ми знаємо, що говорять пропагандисти та у Кремлі, ну, безпосередньо, звісно, у всьому звинувачують Україну, а що говорять звичайні росіяни, що пишуть в мережі, як реагують на це вбивство? Ну, всі по-разному, що називається, так як ми живемо в ситуації, коли чувства накалені до предела, і то, що в звичайній ситуації визивало би, наверное, другую реакцию, в первую очередь реакцию сочувствия. Когда в обычной мирной жизни убивают людей, нормальный человек сочувствует. Но когда это происходит во время войны, конечно, чувства сильно искажены. Поэтому кто-то выражал сочувствие, а кто-то выражал радость. Да? Что называется, посеявший ветер пожнет бурю. И цитируют, ну, искаженно, конечно, цитируют всякие высказывания Дугина и говорят, что типа, чего хотел, то и получил. Так что реакции есть всякие. Тех, кто не реагирует, гораздо меньше, чем тех, которые реагируют.